Итак, всем привет, с вами Макс Риск. Вы на канале Макс Риск and Age of R. То есть битва обезьян, или как там? В общем, обезьяны. Эволюция обезьян, типа того. То есть суть игры в том, что заключается, нужно собрать, так скажем, ракету и выехать на Марс. Говорят, там Нептун или как там Уран, да, Уран. Хотя захватить Уран, Землю такое в воздухе. Так, вместе с вами мы должны это сделать. Не, кто первее это сделает. Это очень долгая будет битва, так что бегом ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал. Мы должны теперь свою банду нанимать. У нас уже есть потом банда, мы вступили. О, привет, Кинг. Салют, шеф. Желаете поменяться? Так, дать ему получить ускорялки. Давай, мне не жалко. Пожалуйста. Так, 10 тысяч. Это много для меня? А, нормально. Окей, бро. Красавчик. Еще мы... Подожди. Так, давай прокачаем. Сейчас хочу, друзья, с вами бар зайти. Шеф, что такое? Вот ваш сегодняшний освещенный подарок, шеф. Спасибо большое. Видите, какие хорошие. Там через 3 часа пойдет чувак. Тут 6. Тут меняшка, да? У нас дает ты подарки. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, тут у нас приходит чувак, который там дает призы офигенные. Тот. Я уже показывал на стриме на канале Макс Риск. В поиске найдите и найдете мой основной канал. Подписывайтесь туда, потому что там отписки и не отписывайтесь. Не думайте это. То вы не найдете. Не, ну может через год там скажете, блин, а он крутой, нужно вернуться к нему, он активный. Вот типа того. Это типа наша база. Тима. Синий это Тима. Я вижу синий Тима. Оранжевая другая банда. Синяя Тима. И тут ракета была. Хочу показать подписчикам нашим ракетку. Тут у нас некоторые интересные штучки. Так, говорят, нужна локацию. Посмотри, давай-ка. Так, давай заберем награды. О, подарок, давай тоже заберем. Блин. Да все, он пошел. Зарядки не хватает, но я же говорю на стриме, что нужно экономить. Так что вот так вот. Награды собрать хотелось бы мне. О, давай соберем. Так. Сегодняшний ролик мы посмотрим ракету. Окей. Так, ракетка, так где? Вообще где-то она тут, рядышком. Где наша база, тем самым, где ракета. Подарок, смотрите. Все, собрать. Нашли подарок, так скажем. Все, легкотня. Так, значит, друзья, давайте соберем железо. А то нам золота не хватит. У нас есть солдаты, вот в чем дело. Солдат Генг. Давай, Генг. Тот даже сам пойдешь. А что, нельзя? 42-2. Генг, иди. А что, я хочу так Генга называть. Мне нравится. Генг. Вот так вот. Чужая база. Только разведка. У нас тут 3 слоя только можно. Все в ограниченных количествах. Так, поиск. Мы нашли. Атака, он это не наш. Так, создать отряд. Так, отправить близко, поэтому мабам. Так, повышение. Ставь лайк, чтобы чаще было. Так, удар. Если едет, возьмем 200 штук. Все не знают, что тут есть подарки. Да, а я знаю. Так, детали. Победа. Чья победа? Усиление. Окей. Да я победил его, да. Это моя аналитика. Зачем она? Однако наши войска во время отступления и избежания крупных потерь регулярно лечите и обеспечите войска, чтобы одержать победу. Лечите и обеспечивать. Одевай там оружие, всякие броньки, чтобы победить белых мутантов, эти вот белые кунгуру, эти вот обезьяны, враги наши. Мутантов урон белых мутантов уровня 2 нам нужно как минимум 700 единиц войска урон уровня 1. 700 войск. Это много, друзья. Это очень много. Так, друзья, давайте назад. ХПшка лечилка. Люблю регенерацию пушки. Берем.
Тихо, тихо ты. Не хочу тебе штучки пускать, не очень дорогие. Так. Потом можно прокачать. О, привет, шеф. Отлично, всякий раз отправляйся в бой. Это Эрик. Одноглазый Эрик. Отправляйся в бой с белым мутантом. Я уже иду. Ты покажешь свое могущество. Доверьте тебе армию было. Доверьте тебе армию было. Как там? Альянс. Ну, наш альянс. Это не мой альянс. Так что не вступайте. Не, ну, кто хочет, вступите. Мы ставим свой альянс в том случае, если будет под роликом 50 лайков. Тем самым 50 участников. Мы тоже считается. Вот так вот. Не, ну хоть как-то можно поближе оставить лайки. Вот так вот. Не, ну нужно как-то укреплять. Так, перейти. Улучшение. Два. Обезьяны. Достижения. Вообще ссылка в описании на ролики. Там более-менее возможно интересно. Так, не хочу менять. Хочу что-то выполнить. Исследовать одну долину. Давай-ка. Так, завершить 5 штук исследований. Ух ты, как я люблю исследования. Перейти. Лабораторию нужно прокачать еще. 10 секунд. Давай, блин. Ну лабораторию нужно. Брать. Знаю. Разведка, отправляйся. Так, поиск мутантов нашли, атака. Так, давай. Вой. Они и так рядом. Ха-ха. Победили. Так. Там уже должна уже показаться, что прокачать уже. Нужно так, лечилка. Мне не жалко прокачать вас. 10 секунд. А потом обследование. Также нужно еще тут нас прокачать. Всяких. Так, 4 минуты, а потом уже плах. Такой себе, да? Так. Качаю. Все равно мы скоро закончим, да? Вот. Лаборатория. Интересно, что будет делать. Давай, какой хитрый. Так, давай изучай. Дисплементации всякие. Чем больше мы изучаем, тем мы становимся сильнее, конечно. Так, и нас никто не поймает. Так, что там такое? Ничего. Такой значочек. Ладненько, 20 минут остается. Я не хочу. Так, все вроде бы, исследование. Одну минуту, ладно. Ты там разведу тоже. И всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Подписывайтесь на YouTube канал. Ссылка в описании. Реклама, да. Всем пока.